Давайте посмотрим еще трейлер Minecraft Legend. Но End я не жду. Я не жду End. Вряд ли. Не What знаю. is my favorite legend of the overworld? Хотя, опять же, знаете что? Все, наверное, хотят End. Ну, потому что тупые, на самом деле. End не нужно обновлять. Но чтобы подтереть свою жопу и... Как его? Ну, все люди, ну, разработчики жестко обосрались, да? За последнее время их прям не очень любят. И надо делать обновление Энда просто, чтобы их полюбили. Вот, может быть, вот так. The one I like most Прикольный tells of a суслик. peaceful land that did not Подожди, у know. них тут трек какой-то хуёвый, что ли? Почему так смазано? Это официальный канал? Блять! Сука, какое позорище, я просто в ахуе. Посмотри. Не, бля, может я что-то не так сделал? Я What надеюсь, это is my я. favorite legend of the overworld? Не, это я не так сделал. Все, битрейт нормально. One I like Нормально, most нормально, это не tells я. of a peaceful land that did not know cruelty. Прикольное животное. Until it was attacked by invaders, spreading the scourge of greed and fire. It tells of a world on the А brink геймплей? of Я хочу геймплей видеть. Rising Потому что что-то подобное мы-то уже to answer the call of a hero. Так это были кадры, по-моему. Блин, это хайп, мне нравится. Мне задумочка приходит. Смотрите, он один прибегает, поднимает флаг. И когда он поднял флаг, пошла стрелка, по какой линии атаковать. Очень круто. Глянь, они пошли драться. А, гля, и нужно тактику будет соблюдать, потому что, смотрите, они будут драться сейчас. Да, блядь. Сейчас, смотрите. Они дерутся по вот этой линии. Вот она линия, они начали драться. А когда сбоку подойдут, их начнут жрать. Прикольно. Что за чмо? Так, он их посылает вперед. Он послал тут вот этих. А, It tells of struggles and sacrifices. Пукеш, а можешь мне что-нибудь дать похавать? А тебе во сколько кушать? Прямо сейчас. Микро, микро кушать. А, а ночью можем заказать даже ровно. Да? Да, да. Да. Ну, мне на час все сдвинуто. Можешь, не, на полчаса. Или на час уже. Ну, уже я даже на полтора хотела часа. Это, как там, сделать эту... лазанью. Может, лазанью все-таки покушать? Ну, мне не факт, что ее можно. Ну, ладно. Можешь сделать лазанью. А ты мне можешь сейчас либо арбузик дать, либо там бананчик, либо кефирчик? Да, могу. Боже, ты болеешь. Заболела. Да, пук. Не горячая? Ну, такая, чуть-чуть вообще, очень мало. А что ты там, пук? Ухмыляешься. А, гля, они еще здание разрушают. А почему вот эти долбоебы просто стоят? А, не, они стреляли, стреляли. А че мне дашь, пухсик? А отрежешь, пожалуйста, чтоб я не грязный тут. Чё, блядь? Вот бы такое в Майнкрафте было. Is when the world needs legends the most. Когда будет? Хочу. Дай бетку. Мне бетку не дадут. Ну, нормально. Прикольно. Ничего особо нового, если честно, не будет. На трансляции Gamescom был продемонстрирован новый трейлер Minecraft Legends. В трейлере показали больше геймплея, а также нового моба Барсука. Помимо этого, разработчики показали механику нападения на пиглинов, управление юнитами, разрушение и строительство сооружений. Строительство я не увидел, а все остальное, ну, в принципе...